За непогоды 7 и 8 студеня у Гомельской области без энергозабеспечения застался 201 населенный пункт. Налипание снегу провело до отключения у 10 районах. Энергетики оперативно приступили до ликвидации наступствов снегопадов. Где была махчимость, на период отсутности электричности запускали дизель-генераторные установки. На данный момент специалисты Гомельэнерго протягивают працовать. Цалком обновить энергозабеспечение планируют сегодня. Дорожную обстановку в области снегопада не погоршили. За сутки зафиксовано только одно ДТЗ. Несмотря на ухудшившиеся погодные условия, все участники дорожного движения были готовы к снегопаду. Благодаря тому, что было своевременное информирование населения, однако без происшествий не обошлось. У нас зарегистрировано за прошедшие сутки одно дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на территории Лоевского района. 30-летний водитель, управляя автомобилем Рено, не учел погодные условия, в связи с чем выехал за пределы проезжей части с последующим выездом в мелиоративный канал. С травмами водитель был госпитализирован. До речи, ослаблять увагу нельга. У ближайшие сутки так само махчимые опадки и гололедица.